Здравствуйте, с вами Поля. Мы продолжаем говорить о фотостоках и о статистике их посещаемости. Если вы являетесь фотостокером, не забудьте подписаться на канал Поли, на этот канал. И если мое видео для вас интересно и полезно, не забудьте поставить лайк и написать свой важный нужный комментарий. Сейчас вы узнаете, сколько людей из каких преимущественно стран посетили три известных фотостока в прошлом месяце. Может быть, вы тоже были на этих фотостоках и тоже с ними сотрудничаете. Сегодня мы поговорим о таких трех фотостоках, как Dreamstime, iStockphoto и FreePic. На Dreamstime был небольшой рост посещаемости в апреле, всего посещаемость 7 700 000. По странам: Индия 36%, США 28%, Филиппины 3%, Бразилия 3%, Великобритания 3%. Как мы видим, очень много продавцов, особенно из Индии. И что же тут искали посетители больше всего? Счастливый Новый год 2024 года, огненный алфавит и фото храма Шивы. Я на Dreamstime потихонечку загружаю, потихонечку там что-то продается. Вот, не особо активно, но тем не менее я с этим фотостоком сотрудничаю. На iStockphoto был рост посещаемости, всего посещаемость 38,5 миллионов. С этим фотостоком я тоже сотрудничаю. По странам: Индия 23%, США 22%, Индонезия 5%, Мексика 4%, Германия 4%. Я перевела, что такое Ид Мубарак. Это праздничная приветственная фраза, наподобие как у нас с праздником. А также искали счастливый Новый год 2024. На FreePic был тоже рост посещаемости. Посещаемость 58 миллионов 200 тысяч. В хорошие времена, я помню, по 80 миллионов у них была посещаемость, и, по-моему, даже около 100. Но сейчас на всех, можно сказать, фотостоках и торговых площадках заметен существенный спад посещаемости. Итак, на FreePic по странам: Индия 23%, Бразилия 16%, США 10%, Индонезия 6%, Франция 5%. Я с FreePic не сотрудничаю и не планирую. Там искали календарь 2023 года, белый фон, счастливый Новый год 2024, а также интимные картинки. Пишите, пожалуйста, в комментариях, работаете ли вы на этих фотостоках, что вы о них думаете, довольны ли вы своим доходом. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!